Сейчас мы открываем в апокрифе книга Тобит, глава 8, стих 6. Глава 8, стих 6. Вы создали Адама и дали ему Еву, свою жену за помощника и остался. Из них пришло человечество. Вы сказали, нехорошо, чтобы человек был один. Сделаем ему помощь, подобную ему. И сейчас, Господи, я не беру на себе эту сестру за поход. Но честно, поэтому милостиво предписываю, чтобы мы стали вместе, что мы будем стары вместе. И она сказала с ним, аминь. Это как мы можем быть один плод или одна плод. Это так мы можем быть одна плод с нашим женой или мужчиной. Никогда мы занимаемся сексом на кровати. Это плохо. Это очень-очень плохо перед Господом. Еще раз. Вы создали Адама и дали ему Еву. Здесь это Тобиас. Он здесь разговаривает с Богом. Он здесь разговаривает с Богом. Здесь Тобиас уже нашел женщину. И они вместе молились к Богу. Они вместе молились к Богу. Они верили в Бога. Здесь Тобиас уже нашел жену или женщину. И они вместе молились к Богу. Они молились к Богу. Поэтому он здесь сказал, вы создали Адама и дали ему Еву, свою жену за помощника и остался. Из них пришло человечество. Вы сказали, нехорошо, чтобы человек был один. Сделаем ему помощь, подобную ему. Это история о Адаме. В Убитие, глава 2. Дальше. И сейчас, Господи, я не беру на себе эту сестру за поход. Это очень хороший пример для нас. Он забрал эту женщину за поход. Он забрал ее, потому что он хочет, что она будет его жена, не его девушка.
не его girlfriend, но его жена, как его помощника. Поэтому наш Бог создал девушки, что они будут помогать нас. Не что мы будем поклонять их, нет. Они наши помощники. Еще раз. И сейчас, Господи, я не беру на себе эту сестру за поход, но честно, как вы уже, или наши предки уже писали в Библии, как Господь показал их, или сдал их. Поэтому я ее забрал. Не потому, что я хочу с ней заниматься сексом или целовать ее. Нет, потому что я хочу, что она будет моя жена, что мы будем жить вместе, до когда мы будем стары. Не только 3 года и все. Нет. Еще раз. И сейчас, Господи, я не беру на себе эту сестру за поход. Но честно. Поэтому милостиво предписываю, чтобы мы стали вместе. Что это значит? Что мы будем стары вместе. Поэтому мы молились к вам, Бог. Мы хотим, что вы будете благословить нас, что мы будем вместе навсегда. И она сказала с ним амин. Она сказала с ним амин. Значит, что она согласна. Она согласна на этого. Она не сказала, нет, я хочу только отношения и все. Я не хочу брак. Потому что я очень молодой, я хочу жить моей жизнью. Я хочу быть с этим мужчиной и другой, и другой, и другой. Жизнь – это не игра. Его законы – это не игра. Дальше. Сейчас мы открываем в апокрифе еще раз. В апокрифе. Сирах 42, стих 7. Сирах 42, стих 7. Когда вы уже искали жена или женщина для вас, а вы уже знали, что вы должны быть или вы должны жениться с ней, что вы должны сделать? Когда вы уже нашли свои женщины, что вы будете вместе в брак? Что вы будете вместе в браке? Что вы должны сделать сначала? Свадьба, конечно. Но что мы должны сделать? Сейчас мы открываем. В апокрифе Сирах 42, стих 7. Я читаю сейчас. Сирах, глава 42, стих 7. Поставьте все в количество и вес, и вложите все в письменном виде. Много людей сегодня сказали, что не надо бумага для мой брак или свадьбы. Но здесь, Господь сказал, что вложите все в письменном виде, что вы даете или принимаете. Что вы даете или принимаете.
все надо вложить в письменном виде. Когда вы принимаете жена в твоей жизни, надо бумага, где вы будете подписать это, что все люди узнавать, что вы уже вместе, как муж и жена, не как парень и подруга. Или boyfriend и как сказать, girlfriend. Нет. Муж и жена, и все. А сейчас пример на этого мы читаем сейчас. А сейчас открывайте в апокрифе Тобит, глава 7, стих 14. Тобит, глава 7, стих 14. Но мы начнем от 13. Затем он позвонил своей дочери Саре. Еще раз. Затем он позвонил своей дочери Саре. Его дочь Саре, Рагель, позвонил. Потому что есть этот молодой человек, Тобиас, который пришел к ним и сказал его, что он хочет жениться с его дочь. Рагель знает Тобиас, папа Тобит. Они знают друг друга вместе, уже раньше. Его папа есть очень хороший характер, и тоже его сын Тобиас. Тобиас пришел к ним с его друг Азриэл. И они вместе разговаривали с Рагель, Сарой и папой. И здесь Рагель сказал, затем он позвонил своей дочери Саре. И она подошла к отцу, и он взял ее за руку и отдал ее бить жену Тобиасу, сказав, вот, возьми ее по закону Моисея. Возьми ее по закону Моисея. И отведи ее к отцу твоему. И он благословил их. Рагель благословил Тобиас и его дочь Сары вместе. И назвал одну своей женой, взял бумагу. Они взяли бумагу и написали инструмент заветов и запечатали ее. Еще раз. Они взяли бумагу и написали инструмент заветов и запечатали ее. На законе, который Моисей сдал Израилю, который он получил от Бога. Когда вы нашли жену, вы должны, еще раз, вы должны взять бумагу, как мы здесь читали сейчас, или как я читал здесь сейчас. Еще раз, он взял бумагу и написал инструмент заветов. Должен это сделать, написать инструмент заветов. Это закон от нашей Бога. Thank you.
This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.